главное это что? Главное это не обосраться. Не обосраться в первом же, блядь, вот в первую минуту. Все, потом остальное будет зайти. Как видите, снег еще местами не сошел. Но, собственно, на полигоне, я думаю, этого дерьма тоже достаточно. Погодка пока радует, хотя бы дождя нету. Надеюсь, его сегодня вообще не будет. Потому что нахрен он не нужен. Там крота, холод. Вообще неудобство. Собственно, жилой лагерь проходим. Огромное количество человек на игре сейчас. 2200 с хреном. Ну, вообще да, вообще как всегда, но в этот раз действительно очень сложная задача. Нужно будет штурмануть высоту, взять ее максимально быстро. Надеюсь, что у нас все получится. Вот. В принципе, игра, как всегда, будет интересной. Я даже не сомневаюсь в этом. Будет очень круто, динамично. Надеюсь, что в обеденное время враг пойдет пожрать, и мы начнем воевать, захватывать точки, ну, как обычно. Поэтому удачи нам всем. Увидимся уже на поле боя. Да, расскажи, Валентин, какую ты мне участь вместе с Исой готовишь? Сегодня два наших бойца насадят парочку консерв на палке и побегут на врага. И будут умирать. Надеюсь, что они выполнят свою задачу прежде, чем умрут. Поэтому я их покрещу, когда они пойдут на бой. Главное покрестить, да? Особенно в Вальгалу, когда собираешься. Ну, не, если ты в Вальгалу собираешься, я могу тебе просто сказать, что тебе попросить ребят, чтобы не стреляли тебе в голову. Значит, в Вальгале тебя... Короче, друзья, возможно, это последнее мое видео. Возможно, мне оторвет нахуй руку, которую... Которую он дрочит. Которую, да, я дрочу. Вот. Потому что с палки я буду кидать танковый дым. Ну, танковый, вы понимаете, что такое дым, да? В общем, всем привет, всех люблю, короче. На всякий случай, пока всем. Маршалов Питер. Да. Так бы отправился с нами в Вальгалу. Ты живой, если ты не выживешь, то бегу я. Ну что, я совсем не выжил. Товарищ командир, что вы думаете по поводу предстоящего? Я думаю, что мы всех проведем. Ну, как всегда. Надо бы. Я думаю, гранит не меняет традиции, всех сделаем и победим. Это да. Смотрите на лицо психа. Это прям за многом говорит. А ты думаешь? А ты думаешь? Ну вот, здравствуйте, дорогие друзья, мы продолжаем серию видео на канале Гранит ТВ, Нижний Новгород. Мы сидим, жрём. Ну, собственно, глаза сидит, жрёт. Я умираю.
Сыса, скажи что-нибудь. Заебись. Сейчас перекусим и в атаку пойдем. Счет сегодня перевалил за 21 очко. Ну, хотя я вру, наверное, я не знаю. Мы убили, убиты многие. Влог записываешь? Влог. Что это? Вот, дорогие друзья, посмотрите, вот как вы оцениваете вот это творение человека? Это кастом, собственноручно сделанный. Что это такое? Это калаш. А калаш? Кастом на базе автомата калаш. Глубокая модернизация. Ох, божечки какой. О. Серега! Да, пара. Скажи что-нибудь маме. Что тебе сказать? Иди воюй, блядь, все пошли. Бой, он все ролики снимает. Я, блядь, воюй. Мы тут за четверых уже. На, у нас такой прикол. Она, то есть сидеть здесь и хуи пенять. Не знаю. Обед тоже нужен. Посидеть, блядь. Не посей. Саня. Я хочу снять очки, можно? Да снимай. Я тебя прикрою своей задницей. Не наступи на кейс, блядь. Да не наступлю, я вижу. Он стоит больше, чем... Ты здесь или с нами? Не, я пока здесь. Ну нам приказ, куда это везти. Сыс, чего у тебя такой бешеный взгляд? Как будто ты сейчас кого-то сожрешь. Сыс, давай, поговори за жизнь. Ну, у меня сегодня, по идее, выходной. Включи. Либо я мог пойти на работу. А, ну, ты выбрал. Куда пойти? По итоге. Я приехал, хуй знамо куда. Хуй знамо зачем. Чтобы на природе за 1500 рублей пожрать тушняка. Бля, это у тебя костер на 1500? А, со взносом. Ну, вот гуляш. Вещь вкусная. А это кто говорит? Четвертый. Всех четвертый. Ну-ка. Иван. Здесь галетики. Никакие галетики, у меня сушняк дикий. Сейчас я после этих галетик я иссушусь и сдохну. И сохну. Там тут воюет, короче, мы сидим. Жарим кострище. Лес уже горит. Оборона. Лес уже горит, а лоза продолжает жарить. Что нас тут с ножа всех перережут, блядь? Я успею разрядить в него свой магнум. Что? Шо? Шо? У сысого горла уже нож, шо? Чё, блядь? Ну вы, Евгений, как вам первая большая выездная игра? Нормально. Как вам ваш новый позывной? Надеюсь, он не приживется. Я хуй знаю. Я уже, блядь, с этим позывным летом. Больная тема, блядь. Я тебе говорил, делай. Придумывай. Блин, то, что я делаю, короче, не нравится никому, блядь, в том числе. Не, ну мне тоже говорили, что мой не приживется, но прижился. Ну ж, друзья, погодка, собственно, сегодня не подвела. Божественно прекрасная погодка, не холодно, не жарко, дождя нет, которого обещали ливни, снегопады. Этого нет ничего, как ни странно. Один помог нам. Да отъебитесь, нахуй. Я не воюю. Я запис. Сыса вот жрет как. Как свинья, русская. Русская свинья, свинь. О! Ну что, друзья, только что вы повидали, блять, просто ад, я не знаю. Другими словами этого не передать. На самом деле, простите за мой французский. Все вот эти вот товарищи, которые здесь сейчас идут, обороняли точку ПВ-3. Героически погибли. Да, собственно, мы отжимали все вражеские войска на себя, а в это время наш диверсионный отряд
сломал основную цель. Ну, как-то так. Мы должны сейчас в контратаку идти? Не знаю. Роман, постойте. Мне просто кто-то скажет. Читай. Мне нужны ваши комментарии. Комментарии. Да. Как вы считаете? Комментарии, когда ты лежишь, вроде никто тебя не трогает, а потом... А потом из-за оврага с криками сотня, да, людей, да. Дымы, гранаты, крики. Как бы не больше, блядь, их. Я не знаю, их миллиарды. Как бы ты не убежишь, не уйдешь. Как японский спецназ. Ох, блядь. Блять! Тварь ебаный! Снимаешь? Ну! По дороге тебя давит джип с пулеметом. Да. И ты не знаешь, куда деваться. Просто бежишь. Бежишь, надеясь на то, что ну. Бог пошлет, никто не попадет. Ну как можно передать то, что, блин? Ты разрядился акум во время драки. Ты бежишь, ищешь новый. Избираешься, переставляешь все дерьмо. Ну, короче, веселуха на самом деле. 10 из 10. Эмоции отбивает вообще все. Ой, кому-то жопу остужает. Ну да, блять, на самом деле, друзья, то, что сейчас произошло, это не знаю. Просто 10 из 10 реально эпиков.